привет, друзья! Это канал футбольного клуба «Рух». Но сегодня мы будем играть не в футбол, а в старую добрую дженгу. Именно поэтому здесь стоит наша башня. Итак, у нас два участника. Игроки «Руха» — это Артем Мираевский и Роман Вегеря. Именно они друг с другом сейчас и сыграют. Я предлагаю, ребята, сыграть на что-нибудь. Не просто так, да? Допустим, на отжимание. Сколько? 10. Маловато. Может, маловато будет? 20. Или 30? 20. Ладно, 20 отжиманий у нас на кону. Играем в дженгу. Ну что, поехали? Раз, два, три. Раз, два, три. Ну давай, чтобы сразу упало, и все, еще поперехали. Да, наверх, кажется. Сразу наверх. Первый же ходов. Что там все? Так, неплохо. Ой, ювелир-то, а? Давай ты уже рискуй что-нибудь. Смелее лезь туда в обыгрыш. Знаешь, шатается, да? Шатается, конечно, малыш. Ты не трясись, давай спокойненько так. Просто смотри, тут на одной, тут на одной, тут на одной. Ну, давай. Не, там так спокойненько я не проткнешь. Тяни, тяни. Ты ничего, перед тренировочкой разминочку сделаешь. Да ладно, да ну не. Вижу, трясет. Спокойненько. Шторки трясутся, подожди. Тихо, спокойно. Ой, смотри, как трясется-то, а, малая. Да. Вы сколько играл раз? Вот ни разу вообще до такого не доходили. Потряс. Ну ладно, давай ты так резко. И все. Да тебе не переступы делать твои. Ну да, тоже. Да ну ладно. Ну вот, чек, вот если не вот это все. Ну, сериал, копино серии. Если не это, то я туда иду. Там снизу вообще можешь уже не трогать. Там уже все решено давно. Не, ну ты уже давай там сверху, ну давай уже пониже, ну. Куда ниже? Ну, деньги тут, вот. Ну, давай, не, давай ты уже по 20-ке, раз мы оба. Да, по 20. Ну, давай просто тогда разобьем эту. Давай. Давай, кто первый, тот отжимает. Да, давай, да. Давай, три. Дружба, победила дружба. Так, ну что, у нас ничья, пока ребята отжимаются. Друзья, напишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть на дженге в следующий раз из игроков «Руха». Подписывайтесь на наш канал, болейте футболом и до встречи.